любимые, всех приветствую. Друзья, а вы помните свою первую любовь? Сегодня мне хочется поговорить именно об этом. На самом деле, первый раз я поцеловалась в 21 год, достаточно поздно, особенно по современным стандартам. Но влюбилась я первый раз по-настоящему в 14 лет. И я к этому подошла весьма-весьма осознанно. Что это значит? До этого было огромное количество ситуаций, когда молодые и прекрасные, очаровательные мальчики пытались за мной ухаживать. Но почему-то мне никогда не было до них дела. Я думала, да что там они бестолковые ходят за мной. Я слишком увлечена своим собственным саморазвитием. И первый раз, когда я подумала, было бы здорово влюбиться, мне было 14 лет. И мы поехали с родителями в очередной санаторий. Это был Аршан, Железноводск, Пятигорск. Кстати, места силы, как вы знаете, моего любимого поэта Лермонтова. И там, приехав в это чудесное пространство, лицезрев эти изумительные горы, наевшись грецких орехов, сделав анимал-терапию с белочками, я подумала, так, хочу влюбиться, и чтобы этот прекрасный молодой человек был как минимум красив, блондин с голубыми глазами, из интеллигентной семьи, чтобы он знал как минимум два языка, а лучше больше, чтобы он был заботливый, чуткий, чувственный и романтичный. И что вы думаете, именно такой молодой человек пришел ко мне в этот же день в этом санатории. И это была моя первая любовь, такая непродолжительная, курортный роман. И с тех пор я обратила внимание, что то, на что мы формируем намерение, какого мы хотим привлечь партнера в своей жизни, именно такой к нам и приходит. А как часто вы делаете материализацию партнеров? Имеете ли вы того партнера, которого заслуживаете, который заслуживает вас? Есть ли у вас баланс в отношении? Насколько вы счастливы в отношениях? И кто вам нужен для партнерства? Либо каких качеств не хватает? Помедитируйте на предмет этого. Ведь все идет из детства. Вспомните свою первую любовь. Вспомните своего принца на белом коне и блондина с голубыми глазами. Если вам нужна помощь в этой чудесной сессии материализации партнера, буду счастлива вас созидать. Всегда ваша Кейт Спирит. Хорошего вам дня, мои любимые.